Село Большой Черкли в Николаевском районе может по праву гордиться своей школой. Двухэтажное кирпичное здание, рассчитанное на 16 классов, было построено с нуля в 2013 году. Из федерального и регионального бюджетов было выделено 140 миллионов рублей. Но если вопрос со средним образованием отпал, то проблема дошкольного образования стоит для жителей ребром. В селе, где подрастают почти 300 детей, нет детского сада. Вопрос должен разрешиться уже в ближайшие годы. Правительством достигнута договоренность о разработке проектно-сметной документации нового проекта по строительству объекта. Об этом рассказал жителям председатель правительства Александр Смекалин во время своего визита в Николаевский район. Мы обсудили график реализации работ, соответственно, разработки проектно-сметной документации, экспертизы непосредственно строительно-монтажных работ. Понимаем, что в этом году мы уже должны приступить к активной фазе реализации данного проекта. Другое образовательное учреждение, требующее своего внимания, это школа в соседнем селе Никулино. Для занятий спортом и физической культуры ребятам не хватает нового спортивного зала. На базе школы решено построить так называемый модульный спортивный зал. Сейчас мы обкатываем типовой проект строительства, так скажем, небольших модульных спортивных залов на примере Целинского района. Сейчас завершается проектирование, получаем экспертизу, получаем свидетельство на проект повторного применения, и это буквально в течение месяца произойдет, и, соответственно, следующее, что мы сделаем, это мы будем осуществлять перевязку данного объекта в Никулино. Спортивную площадку смогут посещать не только ученики школы, но и все жители села. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.